Вы помните, какой микроавтобус был самым массовым в СССР? Правильно, это, конечно же, RAV-2203, который начали выпускать в Латвии в 1976 году. Причем эта модель стала известна далеко за пределами нашей социалистической родины. В этом году будет своеобразный юбилей – 45 лет. Так почему бы нам не вспомнить немного истории этого знаменитого бренда? Собственно, разработки модели начались еще в 60-х годах, причем над задачей трудились сразу две компании инженеров. Появившийся в 1967 году прототип был забракован за серую и неприметную внешность, а вот его запоздавший собрат в 1968 году получился наоборот уж слишком футуристичным. Первый прототип заработал среди заводчан странное прозвище «Суслик». Связано это с тем, что у образца 1967 года на борту красовалась наклейка с надписью «Циклон». Ну а знание английского у нас всегда хромало. Вообще первая серийная модель должна была иметь пластиковый кузов, но во время тестовых испытаний прототип попал в аварию, и после тщательного разбора от подобного технического решения отказались, поскольку оно оказалось небезопасным и непрактичным. Собственно, завод под Ригой появился во многом благодаря медикам. Очень уж им хотелось получить для своих нужд удобный и практичный микроавтобус. Завод запустили в 1975 году. Для микроавтобусов латвийского производства рассматривали сразу несколько двигателей. Отечественный впрысковой мотор ZMZ-4062 или импортные дизеля от Андрея Дория и Пижот. Как вариант, мог еще появиться Рафик с роторным мотором, но в ходе испытаний от этой идеи отказались. Ну и несколько интересных фактов. Микроавтобус на третьей передаче мог разогнаться до 140 км в час. Кстати, на скорости в 160 км в час у автобуса начинали оттопыриваться передние двери, их даже веревками фиксировали. Возможно, вы удивитесь, но в семействе RAV-2203 имеется даже настоящий электромобиль. Он оснащен 30-сильным мотором, и этого вполне хватает, чтобы разогнаться до 70 км в час. Между прочим, во время Олимпийских игр 1980 года в Москве использовался специальный микроавтобус RAV, выкрашенный в золотую краску. Он сопровождал Олимпийский огонь, а внутри микроавтобуса находились резервные факелы на случай непредвиденных ситуаций.